По игре, что сказать, да, соперник, как говорится, хорошего уровня. Где-то я думаю, что, может, и показали ребятам, как надо играть, как надо стремиться. Понимали, что они после поражения в прошлом туре, крупном, домашнем тем более, вот, знали, что не просто нам придется это. Ну, тут сказать, они забили, мы нет. Вот, где-то, как говорится, их мастерство сыграло свою роль. Вот, ребята, как говорится, мастеровитые, опытные, поэтому нашей молодежи, конечно, еще я сейчас с раздевалки сказал, что надо много тренироваться, работать. Вот. Ну ничего, за старания, в принципе, я благодарен им, они старались, тут нет-нет, хорошее было желание. Ну, есть над чем работать, как говорится.